10 дачных участников и снегобелотоход. 10 дачных участников и снегобелотоход. Чем богаты столичные чиновники? Коммерсант, от 14 апреля 2019 года, 23:16. Вместе с членами правительства РФ и чиновниками администрации президента свои декларации за 2018 год опубликовали члены правительства Москвы. Мэр Сергей Собянин вместе с ними отчитываться о доходах не стал. Как сказали твердый знак в пресс-службе правительства Москвы, он может предоставить декларацию до майских праздников. Самым состоятельным вице-мэром оказался Максим Лексутов, а самый большой доход – у главы Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина. Больше всех в столичном правительстве задеклировал глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин – 81,3 миллиона рублей, в 2017 году 76 – 76,7 миллиона рублей. Ему принадлежат два автомобиля – Mercedes, один – Lexus, квартира и Тонхаус. Наибольший доход среди заместителей мэра у Максима Лексутова – 19,9 миллиона рублей в его собственности три земельных участка, дом, 2000 кв, м, и два нежилых помещения. Ему также принадлежат мотоциклы. Харли Дэвидсон и Дакартикс Дьявол. В то же время из декларации господина Лексутова исчезли автомобили Lexus LX 570 мерседес Benz G55 AMG и мотоцикл Honda. Остальные заместители Сергея Собянина заработали примерно одинаково. Заместителю мэра по вопросам строительства Марат Хуснулин принадлежат два дома и два земельных участка. 8,8 миллиона рублей заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков задекларировал 8,2 миллиона рублей. Его супруга почти 14 миллионов рублей у семьи Бирюковых квартира площадью 173,8 кв. М. Дачный дом, участок и машина место. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова получила 8,2 миллиона рублей. У нее в собственности нет ничего, а в пользовании – квартира и дом. Один из ее несовершеннолетних детей заработал 720 тысяч рублей и владеет квартирой которая у чиновницы в пользовании. Заместитель мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов задекларировал 7,7 миллиона рублей. Ему принадлежит квартира и машина место, два мотоцикла, в пользовании у него дом и квартира заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко показал доход в 7,3 миллиона рублей. Его супруга – 3,2 миллиона рублей в его собственности треть квартиры, дом 377,3 кв. М. Хасблок – два машина места и почти два гектара земли. Заместитель мэра, глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина заработала 7,2 миллиона рублей. Ей принадлежат часть квартиры и участок. Ни один из заместителей Сергея Собянина не владеет автомобилями. Как заработали в Кремле и в Белом доме за 2018 год сравнительно равный достаток и у остальных чиновников правительства Москвы. Министр Глава Департамента культуры Александр Кибовский задекларировал доход в размере 11,5 миллиона рублей. У него нет автомобилей. Есть квартира площадью 33 КВ. М. Жилой дом площадью 125 КВ. М. Дачный участок в 25 соток. Глава Департамента торговли и услуг Москвы. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немирюк получил доход в 2018 году 10,3 миллиона рублей. Зато у него 10 дачных участков. Самый большой – 1,2 га. У его супруги – 5 участков. Два дома – руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун – 9,7 миллиона рублей. У него имеется снегобелотоход. Глава департамента образования Исаак Калина. 10,2 миллиона рублей. Руководитель Департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян. 9,5 миллиона рублей. Начальник главного контрольного управления Евгений Дончиков. 9,1 миллиона рублей. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, 8,5 миллиона рублей. Глава департамента финансов Елена Зиабарова, 7,6 миллиона рублей. Меньше всех заработал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, назначен в сентябре, 5 миллионов рублей. В пресс-службе правительства Москвы сказали твердый знак что мэр Сергей Собянин как федеральный чиновник может предоставить декларацию до майских праздников. В 2018 году данные о доходах господина Собянина были опубликованы 25 апреля. Иван Синергиев. Депутаты и сенаторы отчитались о заработанном в 2018 году. Лидерами по доходам за прошлый год среди парламентариев стали депутат единоросс Григорий Аникеев и Камчатский сенатор Валерий Пономарев. Каждый из них задекларировал по 2,3 миллиарда рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о том, что получил 71 миллион рублей, а председатель Совета Федерации СФ Валентин Матвиенко 15,3 миллиона рублей. Читать далее.